HR наизнанку. Здравствуйте, коллеги! Сегодня второй выход шоу HR наизнанку. Приносим вам свои извинения. Сегодня мы на 15 минут застряли в городских пробках. Но мы постараемся в следующий раз ни за что и никогда не делать таких опозданий. Ну а сегодня у нас с вами необыкновенный миф и чудесный гость. В гостях у нас сегодня директор департамента управления персоналом Московского округа АО «Тандер», семья магазинов «Магнит», совладелец школы карьерного менеджмента и эксперт по карьере Айгюн Курбанова. Здравствуйте, коллеги. Ну что, Айгюн, сегодня у нас с вами просто титаническая задача. Мы с вами будем разбирать глобальный миф и выворачивать, как и обещано в заглавии, HR наизнанку. Итак, мы с вами все так или иначе, сталкиваясь с HR, сталкиваемся с глобальным мифом. Что же такое HR? И никто, как правило, не может ответить на этот вопрос. Вот сегодня мы вместе с Айгюн и препарируем эту тему. Но сегодня, как всегда, по традиции, начинаем с блица. Итак, 5 коротких вопросов, на которых Айгюн должна ответить «да» или нет. Поехали? Да, поехали. В HR существуют мифы? Да. Работодатели попадают под влияние мифов? Да. Мифы мешают работать? Да, скорее. Вам трудно объяснить, чем вы занимаетесь на работе несведущему человеку, например, соседской бабушке? Нет. Ага. Ну, значит, тут и будем копать. Правда ли, что когда вы говорите «я HR», вас переспрашивают? Это отдел кадров, что ли? Ну, сейчас реже. Да или нет? Скорее нет. Нет. Итак, 3 «да», 2 «нет», и туда мы и будем копать. Многие люди в просторечии, когда разговаривают со знакомыми, объясняют кому-то что-то, называют по традиции HR-кадровиками. Как вы думаете, Айгюн, откуда вообще пошла такая традиция? Откуда вот это вот HR, это кадровик? Ну, я думаю, что это началось с того, что функция HR в целом в компании когда-то давным-давно, когда только появлялась, она появлялась именно с функцией кадрового учета. А рекрутинг был не сильно востребован, потому что в целом, как бы, я не знаю, не было, мне кажется, даже объявления о работе. Там висели, там, если вспомнить, какие-то там заводы, монозаводы, то там возле завода висела такая доска объявлений. Люди приходили, записывались, рекомендовали друг друга. Люди работали всю жизнь практически в одной компании. Mm-hmm. То есть такого пласта, как рекрутеры, например, да, которые бы занимались поиском, потому что большое количество людей мигрировали между компаниями, такого количества рекрутеров, собственно, и не нужно было. Да? То есть человек приходил, он, по сути, оформлялся и работал в этой компании практически всю жизнь. Итак, вот. HR – это кадровик, это наследие, получается, предыдущего советского опыта. Да, да. То есть основная функция HR в компании – это, по сути, была кадровая, да, и дальше начиналось, уже подключались по мере того, как появлялись новые потребности у бизнеса, да, подключались какие-то другие функции, там, не знаю, нормирование, да, все, что касается мотивации, потом все, что касается рекрутинга, да, потом все, что касается корпоративной культуры и так далее. То есть наша функция, на самом деле, мне кажется, вот все это время с момента своего появления, она эволюционирует и не закончила еще свою эволюцию, учитывая то, что мы сейчас движемся в сторону маркетинга, например. Айгюн, хорошо, а давайте копнем второй этап этого мифа. Мы уже поняли, что HR – это не кадровик. HR – это рекрутер, потому что очень часто люди, которые... Ну, вот, например, мой сын, ему 25 лет, он работает в сети фитнес-клубов. И его вынуждают проводить собеседование с кандидатами, ну, как руководителя фитнес-департамента. Он говорит, нет, это должен делать HR, HR должен заниматься рекрутингом. Я не должен размещать объявления и отсматривать кандидатов.
Ну, вы знаете, я вам как скажу, значит, в компании HR начинает выделяться в целом, если, например, там где-то от 100 сотрудников и выше, да, значит, ну, редко там, может быть, там в IT-компаниях, в каких-то супер интеллектуально, каких-то там интеллектуально важных компаниях, там где-то от 50 сотрудников выделяется функция HR. Uh-huh. До тех пор, пока функция HR не выделена, да, в каких-то компаниях от 200, от 300 она еще не выделяется. И понятно, что эти функции распределяются между сотрудниками. То есть секретарь, как правило, ведет, там, не знаю, занимается или рекрутингом, или там размещением вакансий, бухгалтерия занимается кадровым делопроизводством, да, там непосредственно руководитель сам проводит собеседование или обучение. То есть, понимаете, компания тоже должна эволюционировать, что ли, дойти до такой стадии, когда этой функции уже так много, что ее невозможно навесить на всех остальных сотрудников. И тогда выделяется HR как функция. Но это мы говорим такой, знаете, бизнес из 90-х или вот такой стихийно созданный разросшийся бизнес, да, то вот он в HR в таких компаниях появляется вот так, да, когда уже вот функции HR уже настолько развешаны, на всех просто навешаны, что в конце концов люди приходят там к генеральному и говорят, слушайте, заведи, пожалуйста, HR, кадровика, рекрутера, как они это понимают в целом, да, потому что у меня уже нет времени и сил заниматься не своей функцией. А компании, которые изначально пытаются выстраивать правильно такие, знаете, современные стартапы, особенно технологичные стартапы, особенно там IT какие-то компании, которые, там, не знаю, создаются на деньги инвесторов и так далее, где все правильно сначала прописывается, а потом создается, то понятно, что там немножко по-другому. Там изначально HR появляется один из первых функций, как бы, да, то есть появляется генеральный директор, потом за ним появляется HR, потому что понятно, насколько велика роль команды, насколько велика роль правильного подбора команды, да, и только после того, как появляется HR, уже начинают появляться уже другие функции. Могу как пример, например, привести свое последнее место работы, да, когда в Магните началась трансформация и начали создаваться округа, значит, полноценные мультиформатные округа. Первый на округе появился директор округа, второй появился директор по персоналу. И дальше уже стали появляться директора функций, ну и дальше мы стали набирать каждый там по своей функции. Но HR-директор появился второй, и, потому что очень важно, какая команда соберется с учетом всех этих амбициозных задач, всех этих сложных задач, которые перед нами стоят. Очень важно, кто будет эту команду собирать, чтобы она не стихийно собралась, как бы, да, на основании там каких-то рекомендаций или там просто профессионального выбора, чтобы было понятно, что это команда людей, которые взаимодополняют друг друга, что они вместе, это такая сильная синергия, что вместе они сильнее, чем каждый поодиночке. Ну что же, тогда мы подошли к третьему пласту этого мифа. И вот, та-дам, продвинутая компания. И в ней есть еще один миф об HR, что HR – это психолог, что это, там, я не знаю, либо какая-то всеобщая там жилетка и душечка, которая там все организовывает, все культуривает. У нас прозвучала уже в разговоре тема корпоративной культуры. Создает прекрасные праздники, там, я не знаю, всех любит, все любят ее. Это так? Тоже не так. Мы такая же бизнес-функция, как, не знаю, как финансы, как продажи. Только наш инструмент – это люди. Вот мое мнение такое. Просто понятно, что наши инструменты немножко другие, да, чем, например, у продажников или, например, чем у финансистов или чем у логистов. Знаете, вот все да, эти наши мифы... инструменты могут от нас убежать. Мифы, например, там HR – это рекрутер или HR – это кадровик. Понятно, что это мифы, которые... Болезни роста. Да, это, во-первых, это болезни роста, во-вторых, они появляются у людей, мало знакомых с HR, да, то есть те люди, которых, ну, которые так издалека наблюдают, там, не знаю, директор, который понял, что ему кто-то нужен, не может охарактеризовать, кто конкретно ему нужен. А вот история, что HR это психолог, или HR это там врачеватель душ, или HR это вот всеобщий любимец и так далее, он возник скорее, знаете, как такая системная проблема HR, да, потому что в HR в основном шли люди с психологическим образованием,
HR до сих пор... Это тяжелый диагноз. Да, HR до сих пор не понимают свои... Многие HR не понимают многие свои роли, свои функции, не понимают, как они могут влиять на бизнес. И, соответственно, а что они умеют хорошо? Они умеют коммуницировать, да. И тут уже появляются две стадии. То есть кто-то себя позиционирует скорее как такую добрую душу про людей, что я всех там, все будут... Ну, такой, знаете, массовик-затейник, который такой профсоюз такой внутренний на деньги работодателя, да, который там за людей радеет, там вот этим занимается. А вторая половина таких вот людей, HR, это психолог, это те, которые считают себя такими, знаете, теневыми... Серыми кардиналами, да, да, что мы тут на всех влияем, там, мы тут всех увольняем, мы тут интриги плетем и так далее. И то неправильное понимание вообще. Это что? Это означает, что HR в целом сам не понимает своей роли в компании, он сам не понимает, какую пользу может принести в компании, поэтому и не приносит эту пользу. А об этом мы поговорим дальше. Ну что же, Айгун, как наш миф, разрушен или подтвержден? Разрушен, я думаю. Миф разрушен. Хорошо. Ну, тогда двигаемся дальше. Раз миф мы разрушили, настала пора давать советы страждущим. Итак, если вы вдруг оказались в ситуации мифа, что вам нужно делать? Что вам нужно знать? Как человеку, который, например, решил стать HR? Ну, то есть я пришла в компанию, где меня считают кадровиком или рекрутером, да? Да даже еще не пришел. Вот только задумался. Вот надоело мне сидеть где-то там, где я сижу, mm-hmm. и думаю, а вот буду-ка я HR-ом. Да, вот к чему надо готовиться? Ой, ну, надо, я думаю, пройти хорошее образование для HR, пройти очень хорошо знать цифры, хорошо знать сейчас все, что касается интернет-продвижения, маркетинга. Психологию людей тоже надо знать. Знать надо вообще, как бы, не знаю, наши технологии все там и по подбору, и по адаптации и так далее. То есть нужно хорошее базовое образование. Потому uh-huh. что из-за того, что порог входа достаточно невысокий в профессию, люди действительно не считают нужным пройти какое-то обучение. Считают, то есть что... совет первый – пройти профильное образование высшее? Ну, сейчас уже есть, я так понимаю, высшее, да, да, или переквалификация. Да. Ну, помимо этого, я думаю, что даже обучаясь в высшем учебном заведении, очень хорошо попасть в компанию, где функция HR хорошо выстроена. И уже на деле использовать те знания, которые даются там в ВУЗе. Да, то есть уже там, не знаю, проходить те же собеседования, да, проводить эти собеседования, участвовать в ассессментах, не знаю, не участвовать, конечно, а подготавливать вначале, конечно, все эти документы к ассессментам и так далее, да, там готовить какие-то материалы, раздатки для обучения и так далее. То есть вообще в целом попасть в компанию с хорошо выстроенной HR-функцией. Отличный совет. Ну, хорошо. А если ты уже поработал в компании в такой, да, получил образование, вот пошел дальше уже там куда-то ты решил из младших специалистов двинуться дальше, и приходишь в небольшую компанию, где ты будешь главный, а тебе говорят, а, здравствуйте, это наш новый кадровик. Так, если я молодой специалист и пришла... Ну, например, второе, третье место работы, да, вот вы приходите в компанию, где вот тот самый типичный миф, где HR – это кадровик или рекрутер. Ну, вы знаете, что делала я в таких случаях? Я сначала проводила аудит HR-системы в компании, потому что даже если в компании до меня не было никакого HR, это не означает, что HR-системы там не было. Вот то, что я вначале говорила, что функции были разбросаны между разными сотрудниками, иногда бывает ситуация, например, в одной из компаний, где я работала, там HR в принципе не было, но была очень хорошо выстроена система обучения внутренняя, которую делали сами внутренние эксперты. Вот. После того, как я всю эту систему изучаю, да, я изучаю сильные и слабые стороны, я понимаю, я смотрю, какие цели у компании, да, я понимаю, что я могу как HR реализовать, что я могу сделать как HR для того, чтобы компания быстрее достигла своих целей. Да, как я могу какую-то
какой-то процесс улучшить, я могу какой-то процесс оптимизировать, я могу что-то выстроить такого, чтобы компания быстрее шла к своим целям. Тут, собственно, составляется некий план дел, некая стратегия. В разных компаниях это может называться по-разному. Главное, чтобы эту идею продать, не знаю, собственнику, совету директоров, то есть тем людям, которые принимают решения, дальше реализовывать. Просто, понимаете, если я буду ходить в какие-то баталии и говорить, нет, я не рекрутер, я больше, я ваш партнер. Понимаете, партнерство видят, как бы люди понимают, что ты партнер, если они от тебя этой партнерской позиции видят. То есть не просто говорить, а доказывать делами. Да, да. То есть если ты сидишь в тех же самых отчетах, которые смотрит бизнес, если ты разговариваешь терминами там, той же ебеды, например, да, и говоришь, что, ребята, вот сделав вот это, мы можем так повлиять на нашу эффективность. Если ты не пугаешься, не падаешь в обморок от подведения там P&L месяца там, и так далее, да, там, бюджета месяца и так далее, то есть если ты находишься в тех же, знаете, в контексте. В том же контексте, что и остальные руководители, и при этом предлагаешь решения свои, да, то есть для решения той или иной проблемы, то есть мы сидим, изучаем проблему, и, например, там руководители предлагают какие-то решения, и одним из решений ты понимаешь, что вот тут может быть проблема, что люди недообученные, и ты предлагаешь свое решение, которое тоже помогает, ну, как бы, общей цели, то тебя будут воспринимать как партнера. А если ты сидишь, знаете, только вот говоришь, знаете, такой, там вообще в целом у меня внутри, я думала много про роль HR, у меня ощущение, что у HR есть несколько таких, знаете, эволюций, да, сначала там, если говорить даже не про рекрутера и не про кадровика, а вот когда HR, когда сначала он такой становится такой, знаете, внутренний, ну, там, типа, вот я ваш исполнитель, вы мои заказчики. Есть такая позиция, да, вот дайте мне заявку, я выполню. Дайте мне сделать, я это сделаю. То есть есть позиция такая снизу, а есть позиция, наоборот, сверху. Я ваш консалтер, я вам скажу, как вам надо, а вы как-нибудь это реализовываете, да. То есть это позиция сверху. А когда идет позиция на равных, когда ты ровно в той же самой лодке, у тебя ровно такие же проблемы, как у всего бизнеса. Это не то, что, знаете, у меня вакансии закрыты, меня больше проблем не касается, да. Нет, у меня касаются все проблемы, там, не знаю, нашего предприятия, потому что мы в одной лодке. И когда у тебя позиция один на один, когда ты ровно вместе с другими руководителями пытаешься добиться общих целей, вот это и есть настоящее партнерство. Супер. Ну и вот прям под завязку последний совет. А как же руководителю или собственнику правильно использовать HR, чтобы не попасть в ловушку мифа? Давайте, как, вот прям одна минута. Правильно использовать HR? Я как бы, со мной могут не согласиться, но у меня ощущение, что каждая компания заслуживает ровно такого HR, которого он в данный момент имеет. А если у собственника уровень мышления на уровне кадровика, он и получит кадровика, да, и будет использовать его как кадровика. А если у собственника или там генеральный директор уровень мышления, что им нужен HR как партнер, и он видит пользу и знает пользу, он и найдет себе такого партнера и будет его использовать ровно как партнера. Просвещайтесь, собственники, ищите вокруг себя партнеров. Ну что же, на этом сегодня наш стрим завершен. Это был второй выпуск шоу «HR наизнанку». В гостях у нас была Айгюн Курбанова, и мы вместе с ней развенчали миф, что никто не знает, кто такой HR. Ну что же. HR наизнанку.